Партнерство с ведущими медиками из Республики Корея охватывает различные направления здравоохранения. На днях в Ташкент прибыла очередная делегация специалистов госпиталя Ильсан Пэк университета Инже. Какие практические и теоретические мероприятия по эндокринологии включены в программу, узнала Наталья Готова. Развитие современной медицины невозможно представить без эффективного, слаженного и долгосрочного взаимодействия, обмена опытом и проведения мастер-классов, внедрения в медицинскую науку уникальных новейших методик, проведения высокотехнологичных операций требует от специалистов постоянной работы, увеличения знаний, повышения квалификации, овладения профессиональными навыками и умениями. Для такого сотрудничества, цель которого спасение и сохранение человеческого здоровья, улучшение качества жизни, и проводятся в нашей стране подобные встречи и мероприятия. Визит делегации медиков из госпиталя Ильсан Пэк университета Инже Республика Корея стал еще одним важным шагом в расширении партнерства в области медицины и здравоохранения двух стран. У нас накоплен совместно положительный опыт в таких направлениях, как кардиология, онкология, ортопедия и эндокринология. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, являющийся единственным научно-исследовательским и лечебно-диагностическим центром в Центральной Азии, который оказывает высококвалифицированную эндокринологическую помощь на уровне мировых стандартов, стал своеобразной площадкой для конструктивного диалога узбекских и корейских врачей. Кстати, в центре в этом году установлен единственный в Центральной Азии аппарат SPEC-CT венгерского производства, позволяющий поставить точный диагноз. Мы все работаем по международным стандартам, но когда приезжает профессура такого уровня, это громадная учеба для нас, это возможность выйти на новый уровень. И как бы будет продолжение нашей учебы еще и в стенах этого университета, куда поедет ряд сотрудников для дальнейшего обучения и совершенствования своей профессиональной практики. В ходе визита корейские специалисты провели для узбекских коллег презентацию своего госпиталя и ряд содержательных лекций, осмотрели пациентов с особыми историями болезни, были достигнуты договоренности о проведении совместных высокотехнологичных операций при участии специалистов из Республики Кореи и организации стажировок наших специалистов в стране утренней свежести. Подписание меморандума о сотрудничестве между Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром эндокринологии и госпиталем Ильсан Пэк университета Инже стало очередным и продуктивным этапом перспективного взаимного партнерства.